Всем привет, на связи Федор Васильев. И в этом видео я хочу показать вам бесплатную тему Хейв. Если вы новичок и вы хотите разобраться в WordPress и как устроена тема, как ее правильно настроить, то это видео будет вам полезно. С помощью данной темы можно построить сайт-визитку, блог, интернет-магазин, поддерживать различные конструкторы, элементов, WP-бейкеры, DV и другие. Прежде чем мы перейдем к просмотру данного видео, я хочу вам напомнить, если вы сомневаетесь или у вас нет времени, вы всегда сможете обратиться ко мне, позвонив мне или написав в контакты, которые сейчас видите у себя на экранах. Звоните, пишите, давайте обсудим ваш проект. А мы возвращаемся к теме данного видео. Итак, прежде чем я начну рассматривать тему Neve, я хочу сказать, что это видео для совсем начинающих, кто только погружается в мир WordPress и пока не знает, как устроены темы, на что надо обращать внимание, как там все настраивается. Понятно, что у разной темы, скорее всего, какие-то разные есть нюансы и моменты, но в целом, посмотрев это видео, у вас будет понимание, и, возможно, вы будете использовать другую тему не из этого видео. Допустим, вам эта тема не понравится, но уже это видео даст вам толчок и понимание, как настраивать, как устанавливать базовые моменты, вы об этом узнаете. Соответственно, если вы смотрели мои предыдущие видео по настройкам темам, вы можете смотреть чисто для ознакомления. Не думаю, что она будет вам сильно полезна, если у вас уже есть умение. Это видео все-таки направлено прям для новичков. Тему будем рассматривать Neve под названием, да? Она у нас условно бесплатная, то есть мы можем использовать ее официально бесплатно. У нее есть и бесплатные какие-то моменты, бесплатные тема. Но есть и готовые макеты платные и платные опции. В рамках этого видео будем рассматривать бесплатный вариант. Тема поддерживает Gutenberg, встроенный редактор контента WordPress. Как раз там макеты готовые, разные есть, бесплатные. Тема поддерживает Elementor, конструктор страниц, но там все макеты, к сожалению, платные. Мы будем рассматривать в рамках использования готового макета для ускорения рабочего процесса создания сайта. А иначе мы одним видео не отделаемся, если мы будем каждую финтифлюху, каждый текст, кнопку делать все это с нуля. Мы экономим время, мы выбираем готовый макет, тот, что нам понравится и что, конечно, бесплатный, допустим, если у нас нет возможности купить. И у нас не затратится много времени, чтобы мы его отредактировали, наш вообще весь сайт, несколькостраничный сайт под себя, уже с готовым макетом. Ну, давайте не будем затягивать вступление, давайте начнем. Я нахожусь на своем тестовом сайте, перешел я внешний вид темы, можно прямо отсюда из репозитория найти данную тему, не переходя на сайт разработчика, просто нужно вбить название темы. Здесь мы нажимаем «Добавить новую тему» в поле поиска Neve. Здесь сразу вот первая она Neve, и вот еще есть Neve, другой вариант. Мы будем рассматривать просто вот название Neve. Можно нажать на кнопку «Почитать», что поддерживает и WooCommerce, и AMP-версию, мобильную ускоренную версию. Поддерживает с Gutenberg, самым популярным Elementor, Visual Composer, DV. Все это у нас поддерживается. Во-первых, вот тот шаблон, который сразу вот он мне нравится, как он выглядит. Есть разные страницы, можем посмотреть. То есть это сайт-визитка, по сути, имеет главную страницу About, страницу о нас. Прямо отсюда, видите, можно перейти как это, и посмотреть, как страница выглядит, сразу продумать структуру, допустим, где мы можем заменить контент на свой, какие-то блоки вообще убрать или что-то заменить, убрать вообще страницы, допустим, если портфолио нет, убрать портфолио. А дальше есть блок, страница, сразу можно посмотреть. Здесь блок как-то не отображается, я смотрел уже на самом шаблоне, он по-другому выглядит. Разберемся. И контакты тоже можно либо по-своему устроить, либо взять вот готовый вариант, просто изменить все под себя. После этого мы нажимаем «Установить», идет установка. Ждем, когда появится кнопка «Активировать», нажимаем «Активировать». Если мы сейчас посмотрим на фронтальную часть сайта, то, по сути, стилизация, я вижу, поменялась. Формочка комментариев от шаблона. Вижу цвет кнопки поиска. Меню уже от шаблона действует. Но если мы пройдем на главную страницу, у нас тут ничего нет. Это если мы хотим делать с нуля.
Я же говорил уже, что мы будем делать уже с готовым макетом, будем работать, поэтому здесь мы видим вот такое вот окно, и здесь такая кнопка «Попробуйте один из готовых макетов». Нажимаем. Здесь нам предлагают выбрать вариант. Я использую браузер Chrome, и вот некоторые вещи у нас на английском языке можно перевести. Какой тип сайта? От типа зависит страницы, какие будут установлены. Допустим, интернет-магазин, скорее всего, будет предустановлен WooCommerce, сам магазин. Я беру портфолио. Здесь можно посмотреть все варианты. Обратите внимание вот сюда. Мы можем переключиться, то есть смотреть вот эта иконка, это Gutenberg, встроенный конструктор WordPress. То есть это говорит о том, что внизу все макеты построены на Gutenberg. И внешние виды мы вот видим миниатюры одной страницы. Если мы перейдем в Elementor, сразу можем видеть тут пометку Pro. На всех макетах мы не можем использовать, они у нас все платные. Поэтому будем выбирать работу с Gutenberg. И вот этот вариант, и другие варианты, кстати, здесь внизу можете обратить внимание, тоже бесплатные. Допустим, выбрать. Здесь сразу можно посмотреть цветовые решения. Прям крутите сайт, смотрите. Сразу цвета для разных блоков, какие вам подойдут. Можно перейти на другие страницы, посмотреть, как они выглядят тоже в цвете. Вот, допустим, блок, как у нас выглядит. Новости здесь у нас помечены. Со шрифтами здесь тоже ниже можно, конечно, переключать, смотреть. Но дело в том, что если у вас будет сайт на русском языке, то, скорее всего, эти все шрифты мы не рассматриваем. Потому что, ну, они, может быть, и будут смотреться, а может быть, и не будут. С шрифтами это совсем такая другая тема. Здесь уже нужно разбираться. То есть сам шаблон. В нем нет механизма, допустим, размещения своих шрифтов. А тогда придется искать какой-то плагин. Но это уже другая история. Поэтому шрифты оставляем по умолчанию. Здесь можем нажать «Продолжить». На этом шаге можно название сайта, название компании написать, но это все можно будет сделать позже. Загрузить логотип тоже можно сделать позже. Вот здесь вот есть кнопка импорта. Последний шаг, когда импортируется все на сайт, то есть готовые вот эти вот страницы, и нам останется лишь все здесь настроить под себя. Но здесь есть неприметная маленькая стрелочка. Разворачиваем ее. Мы можем отметить то, что мы будем выгружать. То есть, допустим, есть вот иконочка, которая подсказкой работает. Вот содержимое. Мы рекомендуем вам создать резервную копию содержимого вашего сайта. Но у нас демо-сайт, это не обязательно делать. То есть можно не использовать. Мы будем использовать настройщик, виджеты, характеристики. Вот это только и чат-бот. В рамках данного видео мы не будем рассматривать. Тем более он просто так не будет работать. Скорее всего, нужно подключаться будет к чат-GPT, а это уже не бесплатно будет. Поэтому мы здесь это не смотрим. Вот такую вот конфигурацию я себе выбираю и нажимаю импорт, импортировать веб-сайт. Сейчас идет импортация. Мы импортируем ваш новый сайт. Нужно дождаться окончания. Дожидаемся вот такой страницы. Здесь ставим начинающий, средний или эксперт. Ну, я оставлю начинающий. Кто создает сайт, отправить и посмотреть сайт или пропустить и просмотреть сайт. То есть можно статистику эту не отправлять. Для них это статистика для них. Нажимаем пропустить. И визуально открывается уже это мой домен. Полностью уже готовый сайт. И останется нам лишь его перенастроить под себя. Портфолио. Новости, это блок, вот формочка комментариев, это блок, и контакт use, контакт. Так, я перехожу в консоль, и сразу посмотрим, что здесь у нас появилось. Новые моменты, вот от темы вижу, вот появился, это все, вот появилось, это все у нас от темы. Плагины посмотрим, Optimize для изображений. Это вместе с темой у нас установилось. Вот для билдера блоки для Gutenberg, дополнительно для расширения Gutenberg, чтобы были более гибкие возможности к этой теме. И коллекция образцов, шаблонов тоже. Это все, в принципе, полезно к этому шаблону у нас. Здесь Never, настройки, разные полезные ссылки. Настройки самой темы чуть позже рассмотрим. Стартовый. Сайты, то есть это вот то, что бесплатно, то, что мы уже с вами сделали, другие макеты, шаблоны,
какие-то отдельные с кнопкой «Импорт» установить к себе пользовательский макет, обучающее видео о нас, об разработчиках, и улучшить Neve. Дальше My Library, то есть библиотека, я так понимаю, это только для Pro, будет работать. Здесь вот лицензионный ключ пропишите, если купите, и будет еще библиотека работать. А я вот что предлагаю, перейти сразу на страницу, вот разобраться здесь. У нас же есть страницы Home, About Use, вот элементарно начнем, как вот переименовать их, да, то есть у нас главная страница есть, но это та, которую я делал раньше. Вместе с шаблоном у нас установился быстрый старт, быстрый контент, плагины и, соответственно, и шаблоны, и меню. Все это устанавливается. То есть вот она, Home, главное, это и есть страница, которая у нас видна здесь. Поэтому мою главную, если у вас она тоже есть, я ее просто отправлю в черновик. Здесь он будет подписан, что это черновик. А вот эту главную свойство поменяем. Естественно, вот здесь вот альяс, ярлык по-другому удаляйте и нажимайте «Обновить». Он автоматически проставится у вас на латинице, но при условии, если у вас плагин Kurtolat бесплатный установлен. Это для транслитерации заголовков. Об этом не будем, чтобы время не тратить. А главную я поставил. Дальше Neves. Вот давайте Neves — это новости. Переведу несколько, чтобы просто было понятно, а дальше уже, я думаю, будет вам все понятно про другие страницы. Вот About Use — это будет о нас. Если мы сейчас обновим фронтальную часть сайта, мы сразу видим, главное у нас поменялось. Остальные меняйте также по аналогии. Теперь саму главную страницу. Как ее редактировать? Соответственно, та же главную, которую мы только что название поменяли, прям по заголовку нажимаем, открывается приветственный Гутенберг. Здесь идут обучалки. По крестику закроем. Да, я зашел в черновик, поэтому здесь не путаемся. Вот наша вся страница уже в режиме редактирования выглядит. Более подробно с Гутенбергом, если вы хотите прям погрузиться и лучше его понимать, я предлагаю перейти на мой сайт fedorvasiliev.ru и пройти бесплатное обучение. Вот здесь вот уроков немного, именно про Гутенберг, про работу с Гутенбергом. Здесь же вот первый блок, к примеру, прямо мышкой два раза кликаю. Просто меняете текст на свой. Дальше. Демо-сайт. Кнопки также меняются. Два раза нажимаем. Скачать. Ссылочку видим. Вставим ссылку, если эта кнопка у нас подразумевает, куда-то она ведет. На внутреннюю страницу или на внешнюю. Или на файл. Скачать. Далее сохранить. Если одну кнопку мы не используем, точнее, вот у нас их две, хотим использовать только одну. Здесь раскрываем структуру. Вот мы их видим, они у нас подсвечиваются. Вот я по кнопке прям нажимаю, она здесь подсвечивается синим. На три точки. И в контекстное меню удалить. И она у нас удаляется. Думаю, здесь понятно. Можно вот так вот все ходить и потихонечку настраивать. Дальше, что здесь у нас есть новое? Вот такой кнопки у нас не было. Это готовые блоки от плагина, готовые Гутенберг блоки. Слева можно отсортировать по категориям данные блоки и, допустим, разместить ниже какой-нибудь блок. Ну вот, к примеру, вот этот. Нажимаем на Insert. То есть я кликнул мышкой в этой области, да, вы помните, и блок вот ниже разместился. Вот. И теперь я вот сюда вот так вот удалю. Дальше, здесь у нас, помимо самого Гутенберга, который мы сейчас уж прям рассматривать не будем, рассматриваем тему, появляется от темы, я перейду на русский, дополнительные блоки, возможность, пользовательские CSS, анимация, состояние виджетов. Это плагин для Гутенберга, который предложила тема Neve, чтобы у нас было больше возможностей по настройке. Также блок с настройками. Также от Neve вот здесь вот есть иконочка, то есть страница макета, контейнер.
страница, заголовок, дальше элементы, отключить верхний клан титул, то есть у нас же есть вот эта шапка, клан титула отключить, отключить подвал можно, отключить заголовок, это вот этот главный у нас отключен, уже не вводится. Вот, к примеру, сохранить, идем на сайт, обновляемся, шапки нет, ну и плюс я тут уже, видите, наковырял. Сбросить можно вот здесь все настройки, чтобы вернуться. Такая кнопочка. Отключить заголовок, отключить верхний клан титул. Посмотрим. Клан титул у нас вверху, видите, шапка отключилась. Также вот настройка содержимого в процентах. Вот это все можно настраивать. Небольшие здесь настройки. Или отключить вот этот значок, отключает Never настройки сверху. Это минимальные такие настроечки. Соответственно, здесь, когда все сохранили, сюда на логотип нажимаем. То же самое, остальные страницы. Вы просто заходите, меняете контент, все, убираете то, что вам не нужно. Там меняете цвета, текста под себя. После этого можно пройти уже Never, вот сюда настроить, и давайте пробежимся уже здесь по настройкам, их достаточно тут присутствует. Макет, если открываем, открываются дополнительные моменты по контейнеру, то есть можно задать, видите, двигаются элементы, ширину, а также можно смотреть, как он выглядит на мобильных устройствах, наш этот шаблончик по иконочкам, иконка сброса. Дальше вертикальная. Интервал содержимого также сверху, снизу, можно задать в пикселях или другой единице измерения. Дальше стиль контейнера по умолчанию ограничен во всю ширину. Стиль контейнера блока архива, как будет выглядеть, то есть страница блога, новости в нашем случае. А стиль контейнера отдельной записи, тоже ограничено или во всю ширину будет контент. Дальше содержимое боковой панели. То есть у нас без содержимого можно выбрать слева, справа. Ну, то есть у нас, если мы перейдем в новости, где будет отображаться боковая панель, выбираем ширина содержимого. Это для блога именно. Соответственно, это надо все еще в виджетах настраивать. Если у нас сейчас не выводится на сайте, надо с фронтальной части сайта смотреть. То есть в данном случае у нас не заданы либо виджеты, либо... А надо уже смотреть по виджетам. Также ширина для одиночной записи. Кто не знает, это вот значит, мы заходим в одиночную запись. Вот здесь-то вот я вижу как раз вот этот сайдбар. А здесь он выводится, поэтому давайте здесь и посмотрим. То есть вот у нас одиночная запись. Вот он переключается в сайдбар сюда или сюда. Либо для записи тоже без сайдбара. Вот так вот. Дальше. Другие настройки, расположение сайдбара на других страницах. Надо уже разбираться, смотреть, где это будет выводиться. А дальше блок архив. То есть у нас есть сетка. Сразу, кстати, здесь демонстрация нам обновляется, показывается. Вы можете видеть, выделить вот эту вот макет и посмотреть. То есть эффектом наложения, заголовок, краткое описание статьи. Такими боксами идет, или же будет списком статьи идти, или сеткой. И также и колонки. Можно сделать там в три колонки статьи, как будут идти. И также колонки распределить, сколько будет на планшете, на мобильном устройстве. Отключить заголовок. Вот этот новости сам можно отключить. То есть, если у нас есть избранная запись, она может быть последней записью, либо закрепленной. А дальше. Дальше порядок и содержание. В шаблоне есть даже такое, видите, у нас пагинация, когда страничка 1, 2, 3, ну, то есть, у нас, допустим, на странице выводится 6 новостей, а потом идет постраничная навигация. И в бесплатном шаблоне даже есть возможность сделать бесконечная прокрутка. Внизу сейчас мы посмотреть не можем, потому что мало статей. Число и поле поиска. Дальше миниатюру отображателя.
Да, нет. Вот видите, статьи вводятся без миниатюр, без отрывка, без заголовок и меток. И можно это менять местами еще. Длина отрывка, можно здесь управлять для всех записей. Тень миниатюры. Здесь на темном фоне мы не увидим тень. Метаданные записи, то есть здесь автор скрыть на мобильных устройствах, автор, чтобы не выводился, вот видите, автор выводится. Можно на мобилке скрыть, или можно просто скрыть везде. Вот мы видим, что скрылось, автор не выводится. Также категории, комментарии и дата. Дальше вот там разделитель, такая линия есть, вот здесь можно другой символ поставить вместо того разделителя, косой черты. Дальше показать аватар автора, можно сделать иконочка от email, от граватара идет. Если включаем, то появляется возможность задать размер, использовать последнюю обновленную дату вместо опубликованной, тоже можно выбрать. Здесь мы с вами рассмотрели одиночная запись, тоже как она может выглядеть. То есть у нас картинка, видите, вот так вот на весь экран, можно сделать, чтобы она была просто картинкой записи. Если мы делаем вовсю, то здесь тоже может быть как-то управлять этим для разных устройств и разными вариантами, там пиксели, VH, EM и так далее. Дальше отступы, выравнивание, это все для заголовка. Отображать метаданные выше заголовка. Цвет наложения, у нас там есть цвет, вот видите, над картинкой можно поменять. Цвет текста, очень тонко можно все настроить. Прозрачность наложения, спрятать изображение, оставить только цвет. Элементы также на странице можно настроить. Страница настроек, метаданные, раздел комментариев. Здесь уже давайте подробно не будем останавливаться, движемся дальше. Дальше аналогичные настройки у нас есть для страниц. Пролистать наверх, это у нас, видите, неактивно. Для Pro-версии только. И дефолтные настройки. Это у нас был макет. Дальше заголовок. Здесь у нас это на самом деле, вот видите внизу, такие плюсики. Это у нас конструктор шапки, так аналогичный, как в Астре, кто смотрел мое предыдущее видео. Здесь внизу мы видим готовые блоки, допустим. Мы можем отсюда зацепить мышкой и перетянуть шапку. Видите, появилась кнопка около шапки. Есть шестеренка. Нажимаем ссылку на кнопку, текст на кнопке, отступы, стиль. Настроить можно вот так вот виджеты. Сюда перетягивать. Также шапка здесь есть. Компьютерная версия, мобильная версия отдельно. То есть сразу у нас показывается мобильная. Тут уже другие виджеты. Их меньше должно быть. И также можно, к примеру, у нас есть ряды. Можно верхний ряд. Вон, видите, кнопка выше, потом, допустим, в нижний ряд, вон кнопка ниже. Такой некий конструктор. Везде есть свои настройки, то есть тут шестереночка, разные элементы управления тут имеет. То есть это у нас уже вот это вот гамбургер меню, настройка под него, стили, там ширина вот это самого выпадающего меню. Это все можно настраивать. Также есть быстрые ссылки, допустим, изменить логотип. Вот смотрим. Видите, меняется. Либо загрузить свой. Вот сюда нажмем и картинку загрузим. Тайтл, краткое описание. Показать подзаголовок. То есть подзаголовок — это краткое описание. Вот он показывается. Вот так он не показывается. Также показатели, сам заголовок, вот этот вот, если у нас логотип выводится, то и не нужно выводить. Максимальная ширина логотипа, то есть вот он стал больше. Выбрать значок для фавиконки можно ниже. Также макет, настройка макета. Стиль. Изменить цвет заголовка. Вся ширина ограничена. Стиль. Низ шапки, боковая панель, можно настроен быть отдельным. Дальше у нас есть возможность менять шапку. Вон, видите, у нас есть иконка поиска. И
Поиск вообще нужен, если, допустим, у вас есть блог или магазин. Если у вас 5 страниц, страница визитка, вам поиск не нужен. А так, вот расположение элементов. Вот, допустим, вот такой поиск оставить можно на сайте. Здесь надо посидеть, покопаться, выстроить шапку, как она вам больше нравится. Потом нажать на кнопку «Обновить». Дальше переходим в нижний колон титул, нам сразу показывается низ. Это тоже некий конструктор, мы тоже здесь есть. У нас некие кнопки, которые вот позволяют нам добавить там, не знаю, какой-нибудь виджет. К примеру, вот сюда я вывел архивы, виджет WordPress. И, допустим, отсюда потом его убираем. Сам нижний, вот тут даже есть карандашики, чтобы быстро понять и перейти. На карандашик нажимаем. Это у нас меню. Сразу попадаем в меню. Какое меню сюда можно назначить? Сюда можно назначить какое-нибудь другое меню. И также вот мы попадаем в макет. Настройки. Видите, количество там колонок. Одна колонка. Меню вообще улетело. Там 3 колонки. Ну и, соответственно, здесь уже меню надо заново добавлять внизу. Так как мы тут играли с колонками. Также ограничить. Там во всю ширину. Вот оно, мы видим, ограниченное. Заливка у нас сзади цветом идет с самого блока, а подвал мы тут ограничили. Цвета фона. У нас сразу есть готовая палитра, где мы можем менять цвета. Вот, допустим, вообще все белое стало. Добавить пользовательскую палитру. У нас не активно, скорее всего, для Pro-версии. И дальше у нас идут основные цвета. То есть видим, кнопка зеленая. Допустим, вот сделали синюю. Вот кнопочки. Соответственно, при наведении акцент надо менять. Вот меню зеленые стали. То есть вот тут все настраивается. Добавить пользовательские цвета, то есть здесь выбираем какой-то свой цвет, то есть палитру свою забиваем. Enter нажимаю, и это вот custom, можно даже название сохранить. Вот, цвет такой-то, допустим. Вот. И добавить свои цвета. Фоновое изображение можно сюда также загрузить. Далее настройка типографики. Есть быстрые ссылки. Но это все на самом деле то, что находится вот здесь. Типографику можно тонко настроить, сразу видеть. Ну, сейчас опять же у нас не на русском. Только свежие записи, искать. Видим, что шрифт меняется. Тонко настроить, то есть общие. Здесь я бы рекомендовал использовать безопасные шрифты. То есть здесь они называются, видите, системные. Это Arial, это Georgia, до Google. То есть вот все, что до Google. Отсюда можете смело выбирать шрифт. Он будет работать с кириллицей хорошо. То есть выбираете шрифт. Тонко можно настроить тип букв. Дальше вес, это насыщенность. И дальше тонко настроить размер шрифта для компьютерной, для планшетной. Переходим, то есть прям настраиваем размер шрифта. Обычно, вот даже видно здесь, для компьютерной 18 размер, для мобилки 16 размер. Высота строки, межбуквенный интервал. И вот я вижу семейство шрифтов, тут идет Arial. И так можно настроить для заголовков от 1 до 6 уровня. Тонко настроить это все. В каждый надо перейти. Настроить, опять же, у вас должны быть заголовки на сайте, чтобы видеть, как меняется размер, жирность, межстрочный интервал. Также для блога, для заголовков отдельно повозиться со шрифтами, для отрывка можно отдельно метаданные шрифт настроить, заголовок, записи и так далее. Дальше у нас идут кнопки. Внутренние отступы у всех кнопок, текст кнопки, то есть это преобразовать заглавные буквы, нижний регистр, верхний регистр. То есть нижний регистр это все маленькие буквы, верхний регистр, буквы все большие будут на кнопке. Размер шрифта, высота линии,
Это для кнопок. Дальше поля формы. Тоже отступы можно задать, цвет обводки. Но здесь уже нам нужно смотреть форму. Получается, скорее всего, это, да, вот у нас для формочки комментариев. И любые формы, если это контактная форма, она, скорее всего, может переопределять цвета. И цвета будут настроены от темы. То есть вот заливка, поле ввода комментария. Также текст ввода. Можно настроить, к примеру, вот если он красный, вот они, видно, что он красный. Элементы формы. И кнопка. А основной стиль кнопки или дополнительный, то есть он вот такой становится у нас одного цвета. Дальше меню. Но это просто штатное меню, которое есть во всех темах. Виджеты. Это виджеты. Как в любой другой теме, это все по дефолту. И здесь встроенный даже есть код. Когда мы устанавливали готовый макет, вот здесь вот есть подсказка, чтобы мы могли понимать, зачем этот код. Добавляет радиус границы для миниатюр блога. То есть радиус — это скругленные углы для миниатюр. Ну, если вы увидите, что ваши миниатюры, они закруглены, вам это не нравится, то этот код отсюда можно будет просто убрать. И документация. И вот такой у нас получается разборчик этого шаблона. Надеюсь, для вас был урок интересен и полезен. Тем, кому показалось, что я не акцентировал внимание, не останавливался на деталях, я просто хотел это видео сделать максимально емким, без воды, и не затягивать его по мелочам для тех людей, кто подхватывает, так сказать, на лету и дальше уже просто видит по смыслу настройки и понимает, как это дальше настроить. Если вам этой информации не хватило, вы совсем новичок, можете посмотреть и другие обзоры на темы, где я более подробно их освещал. И также, если у вас все же не получается, нет времени разобраться, вы можете обратиться ко мне для того, чтобы я вам собрал сайт. На этом я с вами не прощаюсь. Мы скоро с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов, я уж точно съел на этом собаку, перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные, и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов, отсеем, какие плагины вы не используете, какие ненужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать.
никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю, услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram.